Более 6% правонарушений в области совершили школьники. Об этом сегодня рассказали участники круглого стола, который проходил в 94-й школе. Там собрались правоохранители, чиновники и педагоги. Обсуждали профилактику преступлений среди несовершеннолетних, а также говорили о том, как защитить подростков от влияния деструктивных групп. Таких в регионе было обнаружено 150. Их страницы в интернете заблокированы. Прокурор области отметил роль именно педагогов в профилактике подростковых нарушений. Хотелось бы сегодня вживую, что называется, пообщаться с педагогами, не спрашивать с них, а постараться их послушать. На мой взгляд, очень велика роль в этом классного руководства. Мы можем как угодно защищать школы, оборудовать средствами технической безопасности. Это нужно и необходимо делать, это делается. Но, несомненно, крайне важна роль в этом еще и обычное воспитание.